Коварство географии таежных рек. Сейчас я вам покажу вот по этой проточке. Короче, я ушел вот чуть-чуть правее, 50 метров буквально. И вчера я вот так тормознулся. Вместо того, чтобы попасть сюда, вот стоит палка, указатель. Прибита. В общем, сейчас я скажу боцманским матом. Вот буквально я зашел туда, и все, и в тупик, и в залом, и, короче. И сейчас вот я час подымался на километр, крутился тут GPS-ом, ну, хер поймешь. Ебическая сила, блядь, чтоб... Все, здесь я ее провел, тут совсем мелко. Сейчас пройду залом, и вон там он стартану. И надеюсь, мой день пойдет уже нормально. Пожелай мне удачи. Не остаться в этой траве. Фу, бляха. Как я устал, промок. Ну, зато я отдохнул, выспался, успокоился. Поэтому готов дальше подвигам и приключениям. Приключения продолжаются. Ха-ха, нормально все. Встал, 4 утра готовился, чтобы догнать бригаду, которая вот ушла по этой протоке.